Тики Макс посмотрю, там чай, может, появился мой, который я хотела. Вот такой базилур. Я покупаю в Тики Максе обычно. Очень разные все сорта. Но своего любимого я не нашла. С клубникой. Даже есть какой-то с елью. Новый какой-то сорт. Еловый. Органик. Рыба. Больше нет. Я вишневый ищу и зеленый с чем-то. А вот еще веселый. Ну, этот джинджер. Ладно, поищу еще. В общем, базилура тут достаточно. И таких, как у нас. И у нас таких нет. Цветы красивые всякие. Тюльпанчики. Пионы какие. Сколько такой? 12 фунтов стоит. То есть 1100-1200. Ну, вообще красивый такой букет. Ну-ка, дай вазу поставим. Ну что, вся в шнурах такая я сегодня. Дела померить в Тики Макси. Какие-то кофты, свитера, на них скидки. Но не думаю, что что-либо возьму. Может быть, вот эту только полосатую. Полосатую, как вы поняли, я уже люблю полосатые. Может быть, вот эту. Сейчас буду мерить. Какая я сегодня сине-белая такая. Хожу. Животок надо подтянуть. Будет окей. Вот ботинки, которые я купила. И вот сегодня целый день проходила. Белоснежные. Лондон, чистый город. Ну вот, как я и говорила, Томми Хайлигер. Хорошая такая блузочка. Стоила она 20 фунтов, сейчас 14. Единственная проблема — вот эта зацепка. Ну, как бы такие я обычно беру за 5-10 фунтов максимум. Так. Что? Мой стиль. Томми Хилфигер. Вот этот свитер Max Studio. Тоже 15 фунтов. А стоил, ну фиг знает, 30 как минимум. А, интересный. За 5 фунтов можно было бы взять. Спереди такой коротенький, а сзади подлиннее. Прикрывает попу. Я вообще серый цвет сейчас стала любить. Мне нравится. Он такой благородно выглядит. Ну вот как-то. Так. Ну, это прям Russian Doll. Такие рукавища. Я взяла эту кофту. Желтый вообще не очень мой цвет, но иногда мне он подходит. Но взяла кофту только потому, что моя любимая фирма Tahari. 15 фунтов. Сколько стоило, не написано. Это уже вторая наклейка. Tahari — это фирма, которая мне всегда подходит. Ай, сорвалась. Такая. Где-то там булавочка упала. Это моя фирма. Так, в принципе, ничего так, ну, великоват. Зато живот не видно. Но рукавища, конечно. Особенно эти фонарики. Хотя сейчас фонарики в моде. Плечи. Не знаю. Прикольно. Ладно, поехали дальше. Убирает сейчас.
Ну, такого качества футболки я люблю. Очень мягкая, такая к телу приятная. Стоит 9 фунтов, стоило 15. 14 размер. Может быть, и возьму. Люблю я полосатые и такого, такой материал. Ткань очень приятная, очень мягкая к телу. Рукава 3/4. Наверное, возьму. Мне нравится. Платье Бадам. Стоило 80 фунтов. Теперь 12. Ну, конечно, это на штаны надела. Но все равно живот выпирает. Фиг. Не буду его покупать. Тем более воротник такой непонятный. Что с ним делать? Ну вот, уже ночь, а я все еще иду домой. Очень много сегодня прошла, наверное, 15 км пешочком. Ноги очень сильно натерла на подошвах. Поэтому завтра пойду в кроссовках гулять. Уже очень болят, еле-еле плетусь. Пока всем.